В настоящее время подавляющее большинство людей подвергают очень большому экстремальному воздействию свои глаза. Мы постоянно смотрим телевизор. Целый вечер люди сидят и смотрят телевизор, особенно люди пожилого возраста. Они могут целый день смотреть свои любимые сериалы. Очень большое количество молодых людей работают с компьютерами и постоянно смотрят в экран. Это очень-очень агрессивное воздействие на аппарат зрения, очень агрессивное. И все знают, кстати, с этим часто сталкиваются, что нарушается правильная функция зрения, снижается острота зрения, возникает слезотечение и вообще такое дисгормональное состояние, потому что возникает дисгармония в функции зрения, а это крайне неблагоприятно для человека, потому что это существенно снижает качество его жизни. И мы разработали такой препарат, который называется Визалутен. Он сделан на основе экстракта из глаза телят или свиней, молодых животных. В его состав входят пептиды, которые влияют на сетчатку глаза, на роговицу глаза, на сосуды, которые проходят в глазу, которые в глазном дне находятся и которые осуществляют кровоснабжение сетчатки. И с помощью этого препарата удается предотвратить развитие негативных проявлений, которые возникают при воздействии стрессорных факторов. Это не только компьютеры и телевизор, это также и, например, задымленные помещения какие-то, когда люди работают в вредных производственных условиях и очень страдает при этом зрительный аппарат. Например, водители, дальнобойщики, водители, которые постоянно ездят, это постоянная их работа, очень большое напряжение на зрительный аппарат. Или, например, спортсмены, альпинисты или горнолыжники, которые вынуждены одевать темные очки, и очень часто после того, как они посмотрят на яркий белый снег, у них возникают нарушения функции зрения. Всем этим людям мы рекомендуем применять этот препарат, потому что он помогает предотвратить неблагоприятное развитие функции зрения вот под действием этих стрессорных факторов. Потому что пептиды, входящие в состав этого препарата, влияют на все ткани глаза. Это очень сложный орган, в котором есть много тканей. И вот на все эти ткани этот препарат влияет. И также у больных людей, у которых уже возникла, например, глаукома или заболевание сетчатки, диабетическая ретинопатия, макулодистрофия и другие заболевания. При добавлении этого препарата в комплексное лечение, общепринятое лечение, которое назначает офтальмолог, эффективность этого лечения существенно повышается. Поэтому этот препарат может быть предназначен для всех людей, как для молодых, так и пожилых, у которых есть патология, у которых еще нет патологии. И мы считаем, что это препарат очень важный, который полагается применять всем людям, как минимум 2 раза в год.